В Индии по меньшей мере 2 человека погибли, 43 пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда. Железнодорожная авария произошла в 70 километрах от города Канпур в штате Уттар-Прадеш, когда поезд проезжал по мосту через высохший канал. 2 вагона упали в русло канала. В минувшем ноябре жертвами крушения поезда вблизи Канпура стали 140 человек.